Это моя первая практически идеальная катана, поэтому данный ролик может быть немного эмоциональным. Начнем с того, что ее длина 105 сантиметров, и это пипец как много. Следовательно, держать ее одной рукой неудобно, особенно учитывая вес почти 1,5 килограмма, выполнять с ней трюки очень сложно и крайне опасно. Все классические элементы по типу фути, хабаки и хамона на месте. В общем, качеству претензий нет, все на высшем уровне. А вот с ножными все куда интереснее. Первое, что я заметил, это то, что сая изготовлена не из дерева и даже не из пластика, а из алюминия, благодаря чему даже ножны становятся в какой-то степени оружием. Вторым оказалось наличие аси для крепления к поясу и сайзели на конце саи. Вкупе все эти элементы создают ощущение, что держишь в руках настоящее оружие. Но, в конце концов, это сувенир, который предназначен радовать ваши глаза. Пожалуйста, не забывайте про это, когда их покупаете и затачиваете. Это всего лишь сувенир.